Новокузнецку, первому из городов Западной Сибири, посчастливилось принять у себя этот уникальный выставочный проект. Все экспонаты предоставлены художественному музею из фондов Международного центра музея имени Николая Рериха. Каждый из них неразрывно связан с жизнью, деятельностью и творчеством неординарного автора, а также сценографа, философа-мистика, писателя, путешественника и археолога. Его полотна притягивают внимание своеобразием темы сюжетов, своей неповторимой поэтичностью и глубоким символизмом. Мы говорим о том, что он предсказал полет в космос, развитие космонавтики. И те космонавты, которые видели в космосе образы, они созвучны с образами, которые написаны на картинах Рериха. Поэтому человек действительно универсал с точки зрения вселенности. Это человек бессмертный, это человек, который постиг то, что многим сегодня не дано. И вот если удастся это осмыслить сегодня здесь, в Новокузнецке, в наших стенах художественного музея, человек на голову станет выше. Кроме этого, Николай Рерих был и общественным деятелем. Именно ему принадлежит идея создания первого международного договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. Как отмечают организаторы, главная задача этого уникального проекта – рассказать широкому кругу людей о необходимости защиты культуры, ее сохранности и формирования бережливого отношения к культурному наследию. В связи с этим значимое место на выставке отводится фотографиям, которые свидетельствуют об истории зарождения идеи и ее развитии, а также снимкам памятников, разрушенных во время вооруженных конфликтов в 20-21 веках. Работа выставки в течение месяца будет сопровождаться культурной программой, включающей лекции, просмотр видеофильмов, презентацию каталога данной выставки, работу круглого стола и семинара. С этой программой культурной можно познакомиться в фойе музея. Как отмечают организаторы выставки, главной особенностью проекта в Новокузнецке является специальный раздел, который посвящен памятникам культуры города. В частности, Кузнецкой крепости, первому каменному дому Кузбасса, зданию уездного казначейства, драматическому театру и многим другим. Продлится экспозиция месяц, до начала апреля. Ольга Щетинкина, Надежда Перлагашева, Константин Романов. Новости Нова ТВ. We'll be right back.